Надеюсь, вам будет интересно. О себе хочу сказать, пока ну, здесь присутствуют и те, которые меня давно знают, и те, которые буквально вот недавно последовали за моим аккаунтом. Кто я такая? Я профессиональный дизайнер наружной рекламы и полиграфии. Работаю в этой отрасли 11 лет, ну, где-то с 11 с хвостиком. Причем не фрилансер, как бы, да, а именно на производстве. То есть у нас были, ну, я работала в разных организациях, да, то есть две типографии, и сейчас вот на данный момент я сотрудник фирмы по производству рекламных конструкций. То есть это уже не полиграфическая печать, это печать на баннерах, виниловых пленках и так далее. То есть все, что там метр и более, то есть до 3 с хвостиком метров шириной. Все, что вы видите на магазинах, магистральные щиты, которые вдоль дорог стоят. То есть вот такой печатью я тоже как бы... С такой печатью я работала, знаю технологии. Вот. И две типографии за моей спиной, как бы, да, опыт. Это как раз именно типографии, в которых были станки разного уровня, скажем так. То есть это от довольно древних станков Ромайор. Ну, вот кто в теме, тот знает. Это довольно старые станки. На 4 барабанах, они на каждом барабане есть отдельно своя краска. И вот прежде чем что-то будет напечатано, оно проходит через каждый барабан и хватает определенное количество нужной краски и выходит уже готовая картинка. Чтобы самый старый Ромайор, даже вот я, который застала на первом своем рабочем месте, там был один барабан. То есть, чтобы напечатать что-то, так, запросы пришли на участие в моем эфире. Нет, я сейчас пускать никого не буду, у нас ограничение по времени. Извините, я как бы не гарантирую, что у вас какая тема. Отдельно договоримся в директе, если у вас тема совпадает, то в следующий раз выйдем вместе. Вот, то есть станки были в том числе, значит, с одним барабаном. То есть, чтобы напечатать цветную картинку, нужно было 4 раза тираж прогнать через этот барабан. То есть, полностью вымыть от старой краски, наложить свет в следующую краску. И вот всю эту стопку огромную бумаги заново прогнать. То есть, это все достаточно трудоемко, занимает определенное время. Вот, имеет свои, конечно же, особенности по подготовке файлов, по общему печатному процессу вообще, вот как, сколько, грубо говоря, сколько краски положить, да, за это отвечает тоже и дизайнер, не только печатник, потому что именно дизайнер готовит макет, в котором и прописывается, как бы, ну, двоичным кодом, да, прописывается, сколько краски в какой точке будет лежать, вот. Сейчас, конечно, уже таких древних станков-то не осталось. Сейчас либо многокрасочные станки, да, то есть где-то, ну, 4 барабана, есть двухбарабанные даже в городе у нас станки, то есть два цвета одновременно идет. Вот на них газеты в основном сейчас печатают. Вот, есть 4-барабанные. Я видела такой станок, знаете, ну, он в комнату с трудом поместится. Это гигантская махина, она до потолка ростом, и вот сразу несколько тысячные тиражи, на ней газет только так вылетает. Вот. Но это все низкосортная такая печать, где мало требований к качеству, то есть это, конечно же, не глянец журналы, да, то есть где там очень сильно протирается. Вот. И сейчас в городе путем поиска нужной мне, как сказать, нужного оборудования в типографии, то есть та типография, которая смогла выполнить мои, ну, соответствовать моим требованиям по открыткам, я вот нашла их, слава богу, и теперь только туда хожу. Вот. У них оказалась единственная в городе машина, которая цифровая печать, но при этом она офсетный вывод дает. Что это такое, я все расскажу чуть позже. Это очень важно. 4-барабанные есть, в принципе, но просто они зависят от, наверное, года выпуска уже. Там как бы сейчас есть новые 4-барабанные, но они уже больше, как сказать... Ну, Гейдельберки, например, они очень такие, как это сказать, продвинутые. То есть, да, барабанов 4 тоже, но там тоже цифровой ввод. То есть, некоторые процессы упрощаются, чтобы файлик поступил на печать и превратился в листок отпечатанный. Да, уже некоторые ступени этого процесса подготовки, они уже упрощаются. Вот. Станков море разных. Но, в принципе, суть печати...
ну, как бы технологически, наверное, всего лишь так, три печати. Вот если так, общее. Первый тип печати – это офсетная печать. Офсет – это вот смещение. То есть, когда вы приближаете, допустим, или через лупу, или очень близко к глазам, рассматриваете газету, к примеру, да, там самая низкосортная печать, и там видно широко расставленные точечки цветные. Вот если вы приглядитесь, вы заметите эти точки, и они все будут только четырех цветов. Это черный, голубой, малиновый и желтый. Вот, это как раз и есть офсетная печать, то есть четыре краски, не более. Там никаких там, не знаю, ну, можно замешать, конечно, брендовый какой-то цвет, да, там, не знаю, бирюзовый. Но чаще всего он получается именно, если того не требует там какая-то документация от компании, которая печатается в данный момент, да, заказчик, то чаще всего вот обычно вот этот ЦМИК, так называемый, то есть циан, маджента, yellow и black, вот эти четыре краски используются. Из них получается вся цветная печатная продукция, которую мы видим, журналы, газеты, листовки различные, да, вот все на бумаге. Все, что имеет большой тираж. Вот. Второй тип печати сейчас современный уже, это лазерная. И третий струйная. Так вот, лазерная печать делается одномоментно, то есть там на один барабан, ну, есть устройство с четырьмя тоже, но они внутри принтера. То есть это принтер такой, знаете, размером с комод, примерно, чтобы вы представляли. Печатаются, это вот мотайте на ус сразу, кто заказывает открытки, потому что это тоже один из способов, но есть нюансы. Так вот, принтерная печать лазерная, она имеет свои плюсы. Там А3, ну, реже где есть, как сказать, любая уважающая себя типография и мелкий бизнес, который, вот, допустим, бывает там бюро печати, да, какое-нибудь мелкое, чаще всего у них есть такой аппарат, и они могут печатать на нем вам что-то от одного листа. Как происходит печать там? Файлик вы загружаете, ну, вот через дизайнера, да, он конвертирует его, загружает в принтер на печать, так же, как вы бы дома печатали на принтере. Вот, загружает бумагу, и там вся печать происходит вот сейчас. Как бы компьютер запомнил, вот этот принтер, вернее, запомнил эту картинку, и он ее выдал. Все. Там нельзя, ну, в принципе, можно там 10 копий, да, поставить, ну сделает он вам, да. Но как только вы убрали файлик, все, он забыл. А с офсетной печатью там есть такие пластины, которые вот используются в станках, в барабанах. Так вот эти пластины можно хранить десятилетиями. И достать их и заново напечатать, и будет снова тираж. То есть не нужно опять, как бы, да, и там будет там 10 тысяч, 20 тысяч экземпляров, сколько нужно. Вот, лазерная печатает здесь и сейчас, и качество печати зачастую очень высокое, но в чем минусы? Большие такие жирные минусы в том, значит, что у вас при лазерной печати принтеры, как ни крути, бумагу они захватывают, бывает неровно. То есть, ну, чуть-чуть, знаете, на миллиметр может скосить лист. Ну, вот на А3, что там этот миллиметр даст? Вроде ничего, казалось бы, ерунда. Тем не менее, значит, на А3 влезает 8 открыток. Так вот, когда у вас открытки двухсторонние, и, ну как полагается, да, односторонняя это не открытка, это карточка с картинкой, микропостер. Вот, так вот, когда начинают резать, а режут на гильотине, то есть это специальный станок с ножом гильотиной, который вот стопочку кладут, подравнивают со всех сторон ее, и потом нож опускается резко и разрезает сразу стопку. Вот сколько у вас там? 5 листов, 25, 50, 100, да, вот сколько есть, он разрезает. Так вот, при лазерной печати из-за того как раз, что принтер немножко захватывает кривовато, то есть один листочек чуть вправо, другой чуть влево, третий там дальше, ближе, то есть, ну, вот, понимаете, гуляние такое идет листок, потому что он не рассчитан на большой тираж. И при порезке получается такая волшебная штука. Вот смотрите, вот это лазерная печать. Вот к качеству печати у меня вопросов нет, все красиво. Но вот видите поля? Вот здесь узкое поле, вот здесь широкое поле. Как должно быть? Вот это офсетная печать. Видите поля? Одинаковые. Это важно.
Вот это качество порезки офсетной печати. В офсетной печати каждый раз стопку бумаги человек проверяет, ровно ли она лежит, он ее подравнивает. То есть тот, кто непосредственно стоит у станка, контролирует. В принтере мы не можем себе позволить эту шалость. Нас, за нас все решили, производители принтеров. И вот видите, да, вот колбаса какая творится. То есть вот это вот фигня полнейшая. Я это забраковала, я даже не могу подарить это. Я пыталась спасти ситуацию. Обрезала ножом. Во-первых, это не всегда ровно. Во-вторых, смотрите, что делается сзади. Видите? У меня приблизилась граница текста, и она еще стала кривой. Видите? То есть обратная сторона, она кривая. Она наклонена. Вот офсетная печать. Видите, все ровненько. Поля большие, видите? Много места. И вот снова у нас, вот опять этот кривой код, да, вот с кривыми полями. Вот это принтерная. Видите, тоже, да, вроде места много. Начинаешь подрезать по лицевой стороне, и получается у нас вот такая вот петрушка. Видите, срезается. Вот. И есть еще один минус. То есть это вот то, что принтеры гуляют. Бумага в ней гуляет. Это никак не проконтролировать, это не заложено производителем в функционал. То есть это не является его обязательной частью, вот эта ровная подача бумаги. Так вот, я напечатала тогда много открыток. Это первая типография, куда я обратилась. То есть у меня красиво все с лица, но вот такие вот косяки проявились. И еще одно важное ограничение у принтера. Мягкая бумага. Это вот принтерная печать. Вот печать офсетная, вот если так вот сравнить, сейчас попробую, вот. Вот видите, гнется, да, вот по-разному. То есть, о чем это говорит? О том, что у принтеров есть ограничения по плотности бумаги, в которой можно ее, ну, его использовать. То есть иначе он просто колом станет и все, как бы подавится бумажкой, и вы ничего не получите, как бы результата не будет. Вам придется просто ждать, пока его прочистят, и вам откажут, что... Спасибо за сердечки. Вам откажут, потому что, ну, как бы на такой плотности мы печатать не можем. Так вот, на офсетной такого ограничения нет. Там, в принципе, наверное, даже на картоне можно печатать, ничего страшного. То есть там нужно, чтобы... гидравлические присоски, воздушные присоски, они просто могли подтянуть лист бумаги, подать на печатный вал. И все. То есть просто увеличивается давление, и бумага подается более тяжелая. Вот. Третий вид печати – это струйная. Какие минусы? То есть если первые два – офсетная и лазерная – не размываются при попадании воды, то есть ну, может деформироваться бумага, но картинка у вас не смажется. То есть не произойдет каких-то она не поменяет особо цвет. Она как бы пальцем нельзя мокрым ее размазать, она останется такая же. То при струйной печати, конечно, всего этого у нас нет. Там легко все размазывается, если, не дай бог, попала влага. Плюс струйная печать выгорает очень быстро. То есть если вы где-то оставили, ну вот, допустим, положили так на окошко, да, вот как бы вот... краешек вот так торчит, ну, имейте в виду, что вот эта вся выгорит, да, быстренько очень, буквально через недельку, да, она может выцвести. И вот тот краешек тоже, вы так убираете, вот здесь светлое, а тут темное. То есть это вот еще один минус струйной печати. Она, опять же, не предназначена для подобного вида изделий. То есть открытка это что? Это то, что посылается, карточка в открытом виде. И она должна претерпевать все изменения влажности, температуры, пока она едет до потребителя, да, до того, кто, допустим, или вы там, ну вот вы купили у меня открытку, да, она едет от меня к вам в конверте. По дороге она едет поездами, самолетами, да, вот все это время меняется температура, меняется влажность, что там с ней будет, да, представляете? То есть если я сделаю струйную печать, я не гарантирую, что до вас доедет. В нормальном виде. Поэтому я делаю только офсетную печать и на хорошей бумаге. Так вот,
Дальше. Представляете, даже если вам повезло, и струйная ваша, допустим, вот вы печатаете открытку на струйном принтере, вам все нравится, вам с вас дешево взяли в ателье, допустим, где печатают это все, вы радостные и довольные, шлете это друзьям. И они решают еще кому-нибудь переправить. Допустим, добавили пожелание, и там, ну, посткроссинг, да, одна открытка может путешествовать от одного города в другой. И получается, что до конца она уже не доедет, ну, она либо такая тряпка будет уже, да, почему? Потому что этот тип печати, он не годится для открыток. Поэтому вот когда вы выбираете типографию, очень важно именно соблюдать некоторые параметры, то есть требования, которые именно вам нужны под ваши цели. То есть пишите, бумага должна быть, кстати, не обязательно 300 грамм, вообще не обязательно. Сейчас расскажу. Это должен быть в любом случае открыточный картон. Та бумага, которую использую я вот в последнее время, называется Солида. Я не помню, чья это бумага, вот мне просто сказали, вот как она называется. Она 240 грамм на метр кубический. Все пишут квадратный, но на самом деле это кубический. Ну, в общем, да, это ладно, не так важно. Скажете 240 грамм на метр, вас поймут. Вот. Так вот, это открыточный картон, никакой не визиточный тоненький, не мелованная бумага ни в коем случае. Вот, кстати, мелованная бумага. Вот это вот, да, вот это вот, которую я вам показывала, тоненькая, принтерная, это меловка. Как бы мелованная бумага. Что значит мелованная? Это значит, что она блестит, глянцевая. Ну вот не как фотография глянцевая, да, а такая, как журнальные страницы. Вот. Так вот, она более плотная. Ой, Юль, привет. Она более плотная по граммам, то есть там 300 грамм меловку вот я сравнивала. Говорю, дайте мне потрогать, да, вот пришла в типографию, говорю, дайте мне сравнить, какая у вас есть бумага. Они мне дали вот этот 240 солиду и дали 300-ю меловку. Вы знаете, вот 300-я меловка гнулась, ну я не знаю, там как осиновый лист. А солида 240 грамм, она оказалась вот такой же прочной, как вот почтовые открытки, которые мы видим во всех отделениях страны. То есть совершенно нормальный такой картон. Оказалось, дело в его структуре. Он какой-то слоеный. То есть вот мелованная бумага, это просто спрессовано очень туго и как бы нашлифованное вот это покрытие сверху, поэтому она блестит. Вот. Если звук пропал, вы говорите сразу, ладно? А то я такая болтаю, а никто меня не слышит. Скажите кто-нибудь, есть звук? Вот. Значит, так. Что важно еще учесть? То есть плотность не главное, но основное. То есть одно из основных. Нет, как сканировать пастель, я не говорила. Это, наверное, давайте в другой раз. Очень, вот, понимаете, вот все, что я вам сегодня хотела сказать, вот смотрите, раз, два, видите, сколько много, да, это у меня сегодня планчик такой вам навещать на камеру. Спасибо, вижу, что есть, ага. А вот еще скажите, пожалуйста, звук тихий или нормальный, а то я тестировала дома, и у меня что-то очень тихо. Вот, значит, я пока продолжаю, я читаю ваши комментарии, пока продолжу. Значит, по бумаге. Вот ту, которую я использую, вот Солида, например, да, есть еще финский открыточный картон, он тоже хороший. Мы из него печатали, но несколько лет ранее. Если у вас в городе есть фирма Берег, она большая, бумажная, они продают чисто бумагу под типографию. Ага, спасибо за ответы. Вижу, что нормально, ага, благодарю. Вот. Так вот, если есть фирма Берег, вы можете туда сходить и посмотреть все виды бумаг. Вот, значит, есть открыточный картон финский и есть Солида. Так вот, на что обратить внимание? С обратной стороны он должен быть не глянцевый, а такой матовый. Вот как обычная бумажка офисная. Так шершавенький, да? Вот, ну, обычный такой. Почему? А с лицевой вот он либо глянцевый, но не до соплей, знаете, такой вот чуть-чуть, вот как бы полуглянец. Вот видно, да, котик, вот он бликует чуть-чуть. Вот. Почему? Потому что вот полуглянец на лицевой стороне, либо глянец, вам обеспечивает яркость, сочность картинки. Это важно, потому что на матовой получаются они, соответственно, матовые. Ну, все раньше печатали фотографии, да, в фотолабораториях, и видно всегда, что матовая фотка более бархатная. Да? Ну, не всегда это хорошо, но иногда бывает, что надо. Ну, так вот.
Обратная сторона. Сатин, да, возможно. Я не встречала просто именно слово сатин в определениях, вот именно в типографиях. Ну, как-то мне не попадалось. Возможно, да. Вот. С обратной стороны она должна быть действительно гладкая, но не блестящая. Это важно, чтобы вы ручкой могли писать. Потому что если на ней сложно писать, согласитесь, это морока будет, да? Если это будет меловка, она тонкая, ну как, относительно тонкая, да? Она промнется. И у вас, вот видели, наверное, старые, бывало, открытки некоторые, да? Человек давит очень сильно, и на обороте, вернее, на лицевой части появляются такие канавки в виде букв. То есть такой рельеф. Это плохо. Поэтому вот не поленитесь, вот в вашем городе есть типографии, там, ну, по-любому есть, я не знаю, наверное, только в деревнях нету. Потому что в любой городок, даже маленький, там все равно есть какая-то типография. Придете и посмотрите, обязательно попросите обрезки, образцы. Вот как у любой типографии всегда остаются образцы. Даже если вы что-то печатаете, кстати, имейте в виду, что вам вот весь тираж вряд ли отдадут. Там останется в загашнике немножко. Потому что остается всегда чуть-чуть брака. Где-то неправильно порезали, допечатали, да, что-то осталось там. Кто-то себе как сувенир взял, да, из работников. Ну, это как бы все люди, на это даже не обращают внимания. Это нормально все. Вот. Так, о чем это я? Вот, да. О том, что вот меня многие сегодня спрашивали, и вчера тоже, посоветуйте, пожалуйста, какую-нибудь типографию там, ну, вот по интернету, чтобы можно было, да, удаленно. Вот что я вам скажу, мои дорогие. Дело в том, что пощупать бумагу удаленно, а еще более важно, это сравнить цветопередачу, честно, никак. Допустим, я вам скажу вот адрес, где я печатаю, да, и вы, допустим, туда напишите, и вам примут заказ. Я спрашивала, они работают удаленно, но есть такой нюанс, понимаете? Вот я вам помогу, а вы мне потом камень в спину кинете. Дело в том, что даже вот я дизайнер с большим стажем, да, более 10 лет. И всегда я проверяю, какой оттенок станет. Вот у меня на мониторе одно, а там в типографии другой монитор стоит. И там может быть другое. А на печати вообще третье. То есть оттенки могут меняться. Я посылаю сиреневый, например, а там фиолетовый стал, да, или желтит немножко, да. То есть вот это важнее, чем бумага на самом деле. Потому что для некоторых это прям критично. Ну, как бы одно дело фотка там, ну, чуть-чуть желтит, там теплее стало, там, ну, ладно, да. Но когда вы картины, репродукции делаете таким образом, там, постеры, да, какие-то там открытки, календари, вам важно, чтобы у вас было похоже на оригинал. То есть, чтобы цвет был предсказуемый, как вы его видите. Вот как вы воспринимаете вот себя, да, думаю, вот картину свою, там, не знаю, там, на экране у себя вы видите, да, вы привыкаете зрительно к ней. А потом вам почтой приезжает, и вы открываете, ба, так там вообще цвет не тот. Понимаете? Вот только по этой причине я не буду раскрывать, где я печатаю, но я вам помогу выбрать типографию. По каким критериям? Потому что вам нужно в своем городе, либо в ближайшем соседнем, скорее всего, есть достаточный выбор, чтобы можно было, сейчас я время посмотрю, сколько. А, ой, 25 минут, нормально еще. Вот. Есть выбор, из чего именно. Так, пробную печать, да, обязательно. Пробную печать надо заказывать, надо все смотреть, вот прям, чтобы вам сделали, как бы это называется, оригинал макета. То есть вот вы уже могли бы в руках потрогать. Загвоздка вот в чем. При лазерном это можно сделать, да? Вы взяли один листочек, напечатали, там как надо, согнули, если это у вас, допустим, обложка на набор. И все здорово, вы так в руках повертели, все хорошо. Так вот. Если это офсетная печать, именно, да, с барабанами вот с этими, да, когда там тираж идет, чем ближе к 1000 и дальше, тем лучше. Сейчас объясню, кстати, почему. Вот, то там вам никто печатать не будет. Вам, скорее всего, дадут кусок бумаги и на принтере распечатают образец, как это будет в цветном виде. Ну, примерно, да. Я на всякий случай здесь скажу, те, кто сталкивался, знают, что принтер лазерный, например, и печатный станок цвета могут выдать по-разному. Да, за это отвечают люди, которые на них работают, да, но тем не менее, это технологически разные, ну, отличающиеся процессы, и поэтому цветопередача может скакать туда-сюда. Поэтому будьте готовы. Именно поэтому нужно идти и своими глазами смотреть на результаты. Вот.
Я настоятельно рекомендую для малых тиражей, если вы, конечно, там не собрались там, не знаю, там, тысячами печатать свои открытки там или постеры или еще что-то, да, тогда ищите именно вот из всех типографий, которые у вас есть в городе, вообще доступные вот в вашем там ближайшем, не знаю, там, географическом положении, да, где вы есть, сначала смотрите все доступные, все, что есть. Из них выбирайте, обзванивайте всех, у кого есть, ну, вообще ищите всех, у кого есть цифровая, запишите, цифровая печать с офсетным выводом. Вот прям так запишите. Цифровая печать с офсетным выводом. Это важно. Почему? Потому что именно эта технология позволяет сделать одну штуку так, как она будет в итоге. Вот прям вот реально конечный продукт. Причем одна штука может сделана быть. Ну вот лист один, а третьего формата, да, вот сколько, ну 8 открыток, так 8, да, вот мне пробник дали 8. Я всегда заказываю пробники, кстати, вообще всегда. Это важно, потому что бывает цвет корректировать дома в фотошопе приходится, чтобы потом файл был именно тот, не как его там дизайнер увидел, да, а как мне надо. Чтобы я смотрю, какой краски убавить, какой прибавить. Как бы, если вы владеете этим умением замечательно, вы можете сами ориентироваться уже на печатный этот образец ваш и решать, что вам прибавить, убавить. Где-то может быть темно слишком, где-то наоборот слишком светло, да. То есть вот это вот уже регулируете. Если вы этим не владеете, соответственно, вы подъезжаете лично в вашу типографию, которую вы выбрали для своих этих дел. И там уже с дизайнером обсуждаете на месте, что где вот вам что-то не нравится, да, где-то там посинее, пожелтее и так далее. То есть все ваши пожелания они должны учесть и как бы скорректировать файлик. И тут же распечатать вам, ну не тут же, я не знаю, да, ну там какое-то время проходит, напечатать вам следующий, да. Ну, чаще всего старайтесь, нехорошо, когда правок бывает несколько. То есть надо уложиться так, чтобы пробник был всего один. Потому что 5-6 пробников вам никто печатать не будет, вас, скорее всего, попросят вежливо удалиться. Потому что, как сказать, ну, ладно, если найдутся терпеливые, да, но на самом деле таким образом вы просто оставите о себе впечатление, что вам лучше ничего не делать. Вот вас просто лучше не пускать туда, да? Печать. Печать СМИК или РГБ. Никогда не отправляйте печать в РГБ. Вообще никогда. Никуда. Всегда только ЦМИК. Это связано с тем, что в РГБ у нас показывают телевизоры, телефоны, мониторы. Все, что печатается, все в ЦМИКе печатается. Струйные, лазерные, офсетные, вообще все в ЦМИКе. Почему? Потому что РГБ это солнечный свет, разложенный по спектру. И там миллионы оттенков, и свет в таких, как сказать, очень малых долях может смешиваться таким образом, что получаются вот эти миллионы оттенков. Печать происходит, да, даже в чисто цифровую, никаких РГБ не надо. Почему? Сейчас объясню. Так вот, печать происходит красками, и баннеры тоже в ЦМИКе. Вот запомните, всегда в ЦМИК. Все что угодно, все, что печатается, все в ЦМИК. Так вот, печать происходит четырьмя красками в любом случае, да, иногда бывает шестикрасочная. Ну, это новая технология тоже, как сказать, ну, как новая, ну, я не знаю, лет 5, наверное, точно есть, может, больше. Струйники, если, да, но струйники я вам не рекомендую. Баннеры тоже есть шестикрасочные, но это больше баловство, это интерьерная печать, то есть это небольшие размеры, то есть до 2 метров шириной. Если это уличная печать, то там используется цветная, сольвентные цветные чернила 4 красок, также точно так и в печатных станках. В офсетной печати используются густые краски, то есть по консистенции, ну, примерно, наверное, как гуашь. Знаете, ложкой можно брать, и она не сваливается с ложки, да? Ну, вот такая вот густая, как сметана. В струйной печати, конечно же, там она жиденькая, как, не знаю, лимонад, да? Ну, чуть-чуть погуще можно. Вот. И в лазерной печати это порошок. Это просто цветной порошок, который запекается на... Вот он попадает на определенную, на магниченную часть барабана, где, значит, сколько количества порошка нужно туда на картинку сделать. И потом проходит через запекающий барабан. То есть, вот вы задумывались, почему из принтеров листы горячие вылезают, да?
Вот даже обычный офисный принтер, если печатаешь там 6-7 страниц, они, одних руки можно греть зимой в офисе. Мы так и делали. Вот. Особенно, когда бухгалтер начинает пачку печатать, там приходишь руки погреть. Вот. Это потому, что внутри стоит барабан. Он специально нагревается, печка. Она запекает этот порошок, и он держится на бумаге. Еще, кстати, одна особенность принтерной, лазерной печати, именно лазерной, вот этой порошковой, это то, что на глянцевой поверхности он не печатает. То есть он печатает, но рисунок отваливается. Причем реально, вот вы смотрите на него, и он вот кусочками отслаивается, прям вот ногтем можно все убрать. То есть из принтера вылезает такая дырчатая картинка, и при том вот эта запекшаяся красочка, она как бы как скорлупки такие сверху. То есть она вот дунь и часть улетит. Мало того, что принтер засоряется от этого, так еще и бумага как бы никуда. Вот, некоторые люди не верят. Я сталкивалась с тем, что вот не верят до конца. Я говорю, ну хорошо, вот вам лист бумаги, вот вам принтер, проверьте сами, да? Так вот, пожалуйста, поверьте уже. Не печатайте на глянцевой, ну, на мелованной бумаге, на струйных принтерах. Ни черно-белых, ни цветных, ладно? Бумага для них должна быть матовая. Иначе просто ничего не выйдет. Вы просто испортите как бы и оборудование, и листочек. Вот. Далее, значит, почему в ЦМИК, а не в РГБ? Так вот, эти все краски, они не могут охватить, они не свет. Эта краска, это физическое вещество, и оно не светопроницаемо в основной своей массе. И поэтому невозможно смешать некоторые, там, не знаю, фантастические оттенки, там, какой-то сияющий синий какой-то, да, там вот Electric Blue называется, да, например, такой вот. Какой-нибудь, не знаю, неимоверно розово-красный, какой-то еще, вот, да, некоторые цвета, вот, знаете, в этот, люминесцент, ну, вот такие ядреные бывают, да, вот, как ругают там корейская пастель, она там ядреные оттенки имеет, да, ну, это плюс, на самом деле, ну, неважно, не о пастели речь. Так вот, вот такие вот флюоресцентные краски, их просто, ну, они есть отдельно, но это большая редкость, что вам их предоставят, как говорится, скажут, купите, вот, и мы вам напечатаем, да, с оставшейся банкой делайте, что хотите. Она там по 5 килограмм, по 10 продается ведрами, краска, да, вот, и куда хотите, туда девайте. Так вот, обычными четырьмя красками вот эти ядреные, щиплющие глаза цвета просто не сделать. Это недоступно для этой технологии вообще. Поэтому РГБ, когда вы смотрите файл фотографии, да, фотоаппараты все снимают в РГБ, вы смотрите на них, вам все нравится, там миллион оттенков, там все гладко, классно, да, такие какие-то переливы световые, да, там, не знаю, там закат фантастический, там подкрученный, допустим, и насыщенность, и у вас какой-нибудь розово-нежно-фиолетовый закат, да, с переходами цвета оттенков. Так вот, когда вы переводите это в ЦМИК, вот откроете Photoshop, например, да, переводите в ЦМИК, и вы видите, как ваша картинка буквально портится. То есть она бледнеет, где-то она темнеет, да, вот проваливаются в тенях какие-то части, на свету наоборот они исчезают, ну, вернее, тоже исчезают, да. То есть где-то оттенки начинают быть похожими настолько, что там вся красота, как говорится, исчезла. На самом деле это просто сразу так кажется. Далеко не все картинки ну, плохо смотрятся в ЦМИКе. Ну, вы видите, сколько всего печатается, да? Объемы печати в мире, это просто, я не знаю, это такие масштабы. И если было бы все так плохо, то эту бы технологию не использовались, нашли бы какой-то инопланетный способ, там, не знаю, да, и что-то там голографическое делать. Так вот. Все. Сбилось. То есть, так или иначе, в ЦМИКе, когда вы редактируете свой файл уже, то есть вы вот сфотографировали, у вас это РГБ в любом случае. Или взяли, сделали скриншот, или еще что-то, да, вот что у вас там было. У вас файл в РГБ. Красивый до неимоверности, все здорово. Или отсканировали вы, он тоже у вас в РГБ, например. Например, кстати, в принтерах можно менять настройки цветовые. Ну, ой, в принтерах, в этих, в сканерах. И к примеру, ну, вы так прошляпили там дело, по-быстрому отсканировали, у вас в РГБ все получилось. Так вот, нужно зайти в Photoshop и сделать, там есть редактирование, по-моему, вот вторая, первая файл меню, потом редактирование, и внизу есть преобразовать в профиль.
это самый удобный инструмент, вот в плане, там есть два варианта, как это сделать, но тем не менее, вот именно преобразовать в профиль, это будет более мягкий вариант, то есть цвета, ну, по возможности подберутся более-менее похожие, то есть у вас не так сильно изменится результат визуально. Вот. Вы переводите в ЦМИК и дальше редактируете свою фотографию или там что вы хотели, да, изображение, там картины, иллюстрации. Дальше вы редактируете все в ЦМИКе. Это важно. Это важно именно тем, вы видите, что у вас в результате получается. А когда вы приносите, допустим, какую-то типографию JPEG, JPEG, кстати, всегда в RGB. JPEG, вот пишите прямо сейчас, вот JPEG, PNG, PDF, сейчас еще скажу, какие. В Word вот любят, кстати, говорят, у нас, говорит, макет готов в Word. Вот реально говорят, но это не является готовым макетом для печати. То есть Word, Excel, там PowerPoint даже приносят иногда вот с уверенностью, что у них макет есть. Ребята, это не макет. В каких форматах может быть макет? Когда вы приходите, да, и хотите, чтобы либо вы сами делаете, либо за вас делает тот работник, там, дизайнер, да, который сидит в типографии, ему нужны совсем другие составляющие. И ваш Word только поможет тем, что у вас там набранный текст. Не более того. Никакие картинки из Word не печатаются, боже упаси. То есть это просто проблема еще и вытащить оттуда это изображение, да, то есть клиент приходит и говорит, а что такого-то, вы же дизайнеры. Ну, как бы да, но мы не эти, и не сам, господи, не Мерлин, да, волшебный, раз так, про РГБ, да, про РГБ, вот я повторю, вот попросили повторить, просто РГБ это цвета светового луча солнечного, они могут воспроизведены быть только светом, то есть это телевизоры, это экраны различные, фотоаппараты и прочее, но не печатным. Для печати любой используйте только ЦМИК. Ну, ЦМИК, либо Grayscale, да, вот это вот, черно-белый. Да, я дизайнер, я уже более 11 лет работаю, ну, где-то 11 с половиной работала в типографиях, и сейчас я на производстве вывесок работаю. Вот. Значит так, в каких форматах возможно... Так, а, вот, JPEG. Какие файлы JPEG, еще какие? Отвечаю Анне Щербаковой. Значит, записывайте JPEG, PNG, PDF, Word, Excel и же с ними. Да? Весь офис это вот все это точно JPEG будут. Ой, в смысле, точно будут RGB системы. Вот это все не годится. PNG, PDF, Word, Excel и прочее. Почему? Потому что все это предназначено для просмотра на экране. И если для печати, то для печати в домашних условиях, которые качество там, как говорится, не обязательно. Это чисто любительский уровень. Ни о каких открытках на продажу или там на даже если подарить нужно, да, чтобы качество было. Почему? Если вы подарите, почему я не дарю вот эти испорченные открытки? Потому что мне стыдно будет их подарить. Честно, вот они лежат уже год. Я просто не знаю, кому их отдать, чтобы, как говорится, ну, дети иногда играют, я им даю пораскрашивать. PDF не умеет делать ЦМИК. Что-то вот я сейчас про это не помню, если честно, надо попробовать, но если умеет, то там надо настройки сохранять, то есть ковыряться в настройках, когда вы вот его экспортируете из Photoshop или CorelDRAW. То есть тут надо следить за этим. По умолчанию они все РГБшные. Это сделано для облегчения, как говорится, для уменьшения геморроя в головах пользователей. Так как у нас операционные системы и прочие программы нам облегчают жизнь, да, стремятся. Соответственно, чем меньше мы думаем, они думают, значит, это все за нас. Пришлю. Килограмм. Вот. Так вот. Блин, сбили. То есть, если вы хотите что-то нестандартное поставить, да, то есть в данном случае это печатная вот эта вот система ЦМИК, то вам нужно открывать настройки и искать. Если эти настройки есть, то вы сделаете, конечно же, обязательно, проследите, чтобы она сохранилась именно в ЦМИК. Я всегда перед тем, как отправить на печать,
Вот всегда, что дома, что на работе. Я всегда перепроверяю еще раз. Вот вы экспортировали файл, никогда не хватайте сразу флешку и бегите, да, там, нет, или не отправляйте электронкой прямо сразу. Всегда открывайте его и проверяйте. Почему? Потому что бывает экспортируется файл, вот превращается, да, уже в готовый, бывает с полосами. Причем это не от вас зависит, это может компьютер ступить, да, это может быть глюк приложений, все что угодно. Вы можете не заметить, как у вас слой какой-нибудь убежал, да. То есть где-то может не хватать надписи, где-то может не хватать какого-то куска, какой-то цвет вообще может быть там случайно какой-то косяк вылез. Всегда проверяйте. Так, эфир я вот не знаю, как скачать. У меня я его сохраню. Сутки смотреть можно будет в любом случае. А вот, кстати, осталось 10 минут до этой части эфира. Я продолжу еще, так как у меня с бумажки только часть. Мы с вами белкой мысли по древу растеклись. Вот. То есть всегда нужно проверять, прям вот, знаете, сидеть и вчитываться, да, смотреть каждый вот сантиметр этого файла, вот весь-весь-весь прям разглядывать, чтобы нигде ничего от вас как дефекта не было. Потому что если вы напечатаете это в типографии или там в рекламной промышленности, вы напечатаете, вам что скажут? Это ваш косяк. И вы заплатите дважды, и вы еще переругаетесь с персоналом. И будет обидно. Поэтому лучше проверить и исправить вовремя. Значит, теперь я вам перечислю те форматы, которые ЦМИК сохраняют. То есть там тоже нужно контролировать, какой именно. То есть те, которые точно позволяют ЦМИК делать. Итак, это формат TIFF. Ну, TIFF с двумя F на конце. Бывает с одной тоже, но они равноценные там. Чаще сейчас в последнее время просто TIFF, который с одной F, он более старый, старый формат, а с новой везде с двумя F идет. Потом PSD, это формат Photoshop, CDR, это формат Corel Draw, и Adobe иллюстраторовский, это AI. Так, сейчас смотрю, из иллюстратора по умолчанию конвертируется без преобразования цветового профиля. Значит, вам нужно не при сохранении это делать, а может быть сам, то есть вы прямо в иллюстраторе преобразуете сначала вот этот файл, чтобы он у вас в системе ЦМИКа был, и потом уже пытаетесь его экспортировать. И я буду рада, если вы проверите и нам скажете о результатах. Потому что, честно говоря, я работаю в Corel и Photoshop. Те, кто в графических программах работает, они как бы обычно делятся на иллюстратор, ну, в смысле, адобовский иллюстратор, да, и короловские. Там немножко интерфейс отличается, ну, как бы суть одна и та же у них, но есть некоторые разницы. Вот. Я приверженец CorelDRAW. Мне понятнее это. Да, я поняла, что это про PDF. Ну, в любом случае, это можно сделать и в Photoshop, и в CorelDRAW, там точно есть вот эти вот преобразования. Ну, то есть PDF-файл не используйте, как сказать, по возможности. Если вот, ну, возможности нет, ну, как вам сказать, подойдете к дизайнеру на месте, где будете уже, и там обсудите, как оно должно выглядеть в итоге. Он при вас поменяет, вы посмотрите. А, вы создаете файл в системе ЦМИК в иллюстраторе, затем конвертируете в PDF. И значит, он по умолчанию конвертируется без преобразования цветового профиля. Ну, в принципе, тогда получается, что PDF вроде как можно. Но опять же, я говорю, это надо контролировать. Прям вот держать на контроле обязательно. Иначе он просто по умолчанию может вам сохранить не в том формате. Чем это плохо? Его переведут легко, любой вот дизайнер на производстве, он просто переведет ваш этот RGB в ЦМИК. Это вообще дело минутное, на самом деле, даже там секундное. Но проблема в том, что у вас могут, картинка может измениться настолько, насколько вы не ожидаете. Плюс, чем еще грозит? Дело в том, что количество краски, которое определяет ЦМИК, иногда типографии просят PDF. Да, просят, но это если текста там много. То есть это просят, знаете, когда? Когда паттерны, вот бесшовные текстуры, да, для, допустим, там текстильной промышленности или упаковочной бумаги, вот какие-то, да, там много-много разбросанных паттернов вот этих, да,
Потом просят, когда много текста, когда какие-то книги, ну вот брошюры, то есть мелкое что-то. Тогда да. В остальном, как бы, ну, не знаю, там зависит ведь тоже от кому как привычнее работать. Именно от дизайнеров типографии зависит. Вот. Так, 46 минут. У нас с вами болтовня была. Поэтому в скором времени я отключусь, чтобы создать новый эфир. И подсоединитесь, пожалуйста, туда заново, ладно? Так, значит, вот я вам, кстати, что нужно для макета. Вот смотрите, любой файл нужно, чтобы он был не менее 300 dpi. dpi это dots per inch, то есть точек на дюйм. Не на сантиметр. В программах настройка может быть такая, что там дюймы или сантиметры использовать. Именно вот на не размерная линейка, а именно вот эти вот разрешения. Всегда используйте дюймы. Почему? Потому что не было путаницы. У нас был случай, когда клиент принес файл, и оказалось, что на фрезер, представляете, на фрезерный станок принес файл, и у него стоял размер в дюймах, а он ожидал в сантиметрах. Так вот, дюйм 2,5 раза больше сантиметра. Представляете, какой размер материала ему пришлось оплатить, а мы-то как бы не знали. Он отправил файл, сказал, вот так-то, так-то, вот мы сказали, ну, вот, ну, допустим, наши менеджеры посчитали, сказали, будет стоить столько-то. Он, ну, удивился как бы цене, ну да ладно, ничего больше не сказал. И когда ему отдали вот этот вот результат, он сказал, вы что, ошалели, ребята, намного больше, чем мой файл. Приехал домой, начал звонить, там, говорит, у меня тут там, 11 сантиметров. Мы открыли его файл исходный из почты, оказалось 11 дюймов. И это реально другой размер, вообще другой. Поэтому с разрешением картинки та же история. То есть сколько точек находится в одном дюйме и сколько точек в одном сантиметре, это разные параметры. Как вы понимаете, будет совсем все по-другому. Поэтому ставите только DPI. И это inch, это дюйм. Так, давайте я сейчас начну завершить. И потом снова начну эфир. Хорошо? Давайте, до встречи.